Классик молдавской литературы Ион Друце посетил Молдову в рамках кинофестиваля «Свидание с Россией». Писатель, драматург и сценарист принял поздравления от почитателей своего таланта в связи с 50-летним юбилеем выхода картины «Последний месяц осени», сценарий для которого он написал по своей повести. Свое восхищение писателем выразил генеральный продюсер кинофестиваля Владимир Пирожок. Рядом с нами гений литературы, гений нашей духовности, начало наше. Вот тот человек, без которого Молдова не была бы такой сегодня. Также на юбилей кинокартины «Последний месяц осени» пришла поздравить режиссера и сценариста, министр культуры Моника Бабук. Это просто бессмертный шедевр и прозы, и кинематографии. Спасибо вам огромное за то, что вы привезли нам его сегодня сюда. Сценарист и писатель Ион Друце подчеркнул, что режиссер фильма Вадим Дербенев отлично передал суть его произведения, и что фильм, которому исполнилось 50 лет, стал не просто фильмом, а историей. Я думаю, что это лучший его фильм, конечно, лучший фильм, киностудии Молдова фильм. И фильм для меня очень драматический, я бы сказал, в этом смысле. И эту драму я ношу с собой всю жизнь. Этот фильм мог бы стать очень известным в мире, всемирно известным фильмом. Несмотря на то, что фильм сняли 50 лет назад, тема взаимоотношений в семье по сей день очень актуальна. Фильм «Последний месяц осени» – философская картина, в которой говорится о том, что нужно ценить родителей и детей, и никогда не нужно забывать о тех, кто дал нам жизнь, заботу и любовь.